Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют Крапивное заговение, канун Петрова дня. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память. Празднуется перенесение мощей, мучеников, бессеребренников и чудотворцев Кира и Иоанна, преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев, преподобного Ксенофонта Рубейского, игумена, преподобного Павла Врача, священномученика Василия Ситникова, диакона, преподобномученицы Севастьяны Агеевой Зуевой, монахини, священномученика Григория Самарина, диакона. Празднуется икона Божьей Матери Троеручица. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшего в мир иной.